Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вон чё. Давай, сейчас сюда прыгнет. Есть! Ударился. Так. Все понял. Теперь мы быстрее бежим туда. Сюда, то есть. Так. И еще. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру в Stickman. Побег из тюрьмы. Смотрите, и мы в прошлой серии остановились здесь. Король рычагов называется. Вот такой вот есть рычаг, его нам нужно как-то... Подожди. Не понял. Нам надо его как-то повернуть. Давай. О, так уж прыгать будем на него. Да, какой сложный рычаг, смотри. Давай-давай, прыгай. Головой своей стукай об рычаг этот. О, вот так, давай. Во! Получается, ребята. Так, а ну-ка. Все. Теперь можно просто стоять. Так, и чё, повернули? А, нет, еще не до конца. Все. А, и такой вот выход. Ну, в принципе, несложный. Уровень был. О, подарок в коробке. Ребята, смотрите. Так, в коробке лежит ключ. Нам нужно его забрать. Так, а здесь, опа, аккуратненько ходит такая штука. Острая. Она нам не нужна. Так, теперь главное как-нибудь спрыгнуть. Опа, ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть не на шипы прыгнули. Так, коробочка. Так, нам коробку нужно, я так понял, на эти шипы сбросить. Так, давайте посмотрим. Так, давайте сейчас подождем, когда шипы появятся. И бросаем, есть. Ух ты, все. 26 уровень закрыли мы. А теперь 27 уровень у нас. Для чего эта кнопка? Интересно, давайте посмотрим. Давайте нажмем, для чего эта кнопка. Так. А, нифига себе, как мне теперь? Надо как-нибудь аккуратненько запрыгнуть. Ох, ё-моё, врезался, да? Да. А она такая резкая еще. Так, прыгаем. Есть, успели. Так, все нормально. Теперь забираем ключик. Опля, прыгаем. И аккуратненько сейчас мы подойдем к ключику. Ой, нет, не успел. Так, тоже, видишь, как высоко сильно. Так, все, открыли. И идем аккуратненько, чтобы нам на голову эта штука не упала. Опля. Все, ух ты, подожди, что такое? Ё-моё. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Так, вот, что здесь у нас сверху? Ага. Так, ладно, сейчас быстренько спускаемся. Все увеличено, ребята. Так, а ну-ка, тихо. Опля. Все у нас увеличено здесь. Надо аккуратненько это все делать. Во. Просматриваем, чтобы у нас Stickman никуда не попал. В беду никуда. Так, а ну-ка, все, здесь быстренько поднимаем. Так, ладно, подождем сейчас. Сейчас подождем. Вот, давай. Есть, взяли. Так, а теперь вниз. Все, ребятушки. Так, а что там у нас внизу? Давайте посмотрим. Так, внизу все нормально. И уходим. Все, ушли. Так, а теперь какое-то задание, смотри. 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ага. Это типа надо нажимать нам, ребята. Нажимаем сразу на единичку. А что будет, если на троечку нажать? А, вот он умер. Он умер просто. Значит, здесь неправильно ты не нажмешь. Нажимаем сразу. Единичка. Потом троечка. Потом опять у нас, ребята, единичка. А потом двоечка. Так, хорошо. Двоечка у нас вон где. Так, здесь прыгаем сюда аккуратно. Нажимаем на двоечку. Так, и сейчас быстренько. Так, двоечка. Потом 5 троечка. А потом 5 двоечка. Так, прыгаем. Так, ну, в принципе, несложный уровень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть. Вот этот самый, на шипы не налетел. Так, двоечка. И потом единичка. Аккуратно, главное, троечку не нажать. Все, нажимаем единичку и открываем замочек. Идем в следующий уровень, ребята. А следующий уровень у нас раскраска. Так, здесь, получается, мы видим с вами
Ага, смотри, вот серый цвет. Серый цвет это у нас вот эта вот штука. Ага, это у нас желтенькая, и кнопочка у нас красного цвета. Ну, все понятно. Мы все раскрасили с вами. Теперь идем, нажимаем на кнопочку. Все, у нас эта штучка стала работать. Давайте подождем. Лифт. У нас получается везде одинаковые как бы помещения. Но в каждом помещении разные задания. Так, 31-й. Прыжок. Прыжок называется. Что значит прыжок? Ох, нифига, прыжок. Да. А как же я тут прыгну? Тут я прыгну, я тут разобьюсь, смотри. Да, я же сказал. Ё-моё, смотри, как сложно-то, а. Да. Вот это прыжок. Так, сейчас сюда подойдем. Нет, смотри. Я не понял. Давайте отсюда будем прыгать. О, сколько много мы их убили. Так, отсюда не прыгается. Надо сюда вставать. Сюда встаешь, потом спрыгиваешь сюда. Потом вот так вот делаешь. Оп, есть, получилось. Вот это мега прыжок, ребята. Так, ну здесь, в принципе, прыгать не, можно и не прыгать. Даже это вредно здесь прыгать. Все. Открыли мы замочек и уходим отсюда побыстрее, в следующий уровень. 32-й уровень, замок в замке. Хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас там за задание такое. А, замок в замке, смотри. Здесь, получается, нам нужно собрать замочек. Есть. Так, опа, все. Несложно было. Задание легкое. 32-е задание. Так, 33-е задание, смотри, опять цифры. 1, 3, 5, 7. И следующий вопрос. Что это будет? 1, 3, 5, 7. Так. Будет, наверное, 9. 9, я так думаю. Да, смотри. Давайте ставим 9, девятки. Нифига. Хорошо. 1, 3, 5, 7 и 9. Правильно? Не, что-то здесь не так. Так, а ну-ка, давайте на нолики выйдемся. Так, 1, 3, 5, 7 и следующий какой-то вопрос у нас. Давайте подумаем, что это может быть. Может быть, 1 плюс 3 будет 4. 5 плюс 7. Нет, это не так считается. Может быть, отнимать? Тоже непонятно. Надо будет, может быть, воспользоваться подсказкой, ребята. 1, 3, 5, 7. Ну, я думаю, может быть, 9. Потому что здесь пропуск идет. 1, 2, 3, 4. А почему там в замке 3? Надо 3 цифры нажать. 3 цифры, а здесь они не парные. Да, не парные. Да, как же тут, что тут делать? Так, а ну-ка, что у нас получается? Угу. Давай еще раз попробуем. 1, 3, 5, 7, 9. И здесь 1. Не. Нет, это неправильный ответ. Ладно, давай вопрос. А вы хотите узнать ответ? Не пойдем посмотреть рекламу. Посмотрим. Да, давайте посмотрим рекламу. Ну что ж, ребята, я посмотрел ответ. И ответ был написан код замка 9. Ну, как я и сразу сказал 9. А почему? И как его открыть? А я разве не делал так вот 9? 9, 9, 9. Я разве так не нажимал? Мне кажется, я так нажимал. А, не знаю, что нажал. Ну, открылся. Так, смотри. А у нас задание здесь. А, получается, надо нам собрать изображение. Изображение Стикмена. Есть. Так, а ну-ка. И еще раз. Во, отлично. Теперь главное аккуратненько спуститься, не нажать на кнопочку нечаянно. Все, заберем сейчас. Ай, какой ключик? Ключик не заберем, ключа же нету. Нам нужна эта кнопка. Давайте соберем
изображение. Все, изображение собрано, и мы, получается, выходим наружу, на выход. Опля, ничего не произошло. Все нормально. А, запомнил, повтори, написано. Господи. Я даже ничего не запоминал. Так, все. В принципе, запомнил. Получается, вот этот первый. Вот этот у нас сверху будет второй. Вот сверху второй. Либо он последний был, не помню. О, давай еще раз. Раз, два, три. Все, запомнил. Запомнил, ребята. Теперь уж точно. Так, это первый. Так, тот будет у нас второй. Так, аккуратненько. Подходим поближе. Ах, не успел я. Так, прыгать я не буду. Давай, давай, есть. Так, второй. И получается вот этот у нас третий. И вот этот четвертый. Все, открыли, открыли мы темницу и выбегаем быстрее наружу. Опачки. Это еще что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что? Это босс, ребята, это босс был. Офигеть, прям на меня плюхнулся, да ё-моё. Так, а ну-ка смотрим, где появится его тень. О, вот рядышком. Может, надо нажимать на кнопки, слушай. Ё-моё, чуть меня не шлёпнулся. Я не знаю, может быть, надо нажимать на кнопки, ребята. А, вон, смотри. Да-да-да-да-да, понял. Так, а почему он... А ну-ка, давай сюда. Во. Нифига. Чё за фигня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вон чё. Давай, он сейчас сюда прыгнет. Есть. Ударился. Так. Все понял. Теперь мы быстрее бежим туда. Сюда, то есть. Так. И еще делаем ему ударчик. Так, давай. Давай, сюда прыгай. Алло. Есть. Все. Победили босса, ребятушки. И выходим домой. А тут у нас 37-й уровень. И мы будем его проходить в следующий раз. Да, ребятушки. Какой-то интересный уровень. Коробочки, видишь, какие-то полупрозрачные. Они не двигаются. Ну что ж. Будем заканчивать серию тогда. Если тебе понравились эти серии, ставь лайк, пиши комментарий. И подписывайся, не забывай, на канал. Ну а с вами был Duda Play. Всем пока-пока.